Зарубежных гостей, которые приезжают в Астану, поражают темпы ее развития. Профессор Варшавского университета, поздравляя казахстанцев с 25-летием независимости, отметил, что прогресс очевиден. В течение этих 25 лет независимости Казахстан сделал очень-очень большой прогресс. Город Астана, он вообще восхищающий. Я первый раз приехал, я вообще удивился, что такой город. Но просто как человек приезжает, не ожидает, что увидит такой прекрасный город. Поздравляю с юбилеем независимости и желаю дальших таких успехов, дальшего такого экономического развития. Ну, я думаю, что Казахстан как будет так дальше развиваться, он будет ведущей или одной из ведущих стран мира.